Молитвой беременных женщин о благополучном разрешении и о рождении здоровых детей. Пресвятой Богородице перед ее иконой Целительницы. Тропарь. Яко пресветлое звездо, просия божественными чудесы, святый твой образ Целительницы, подашь убо и нам, Богородице Марии, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость. Молитва. Прими, о всеблагословенные и всемощные госпоже Владычице Богородице Деву, сия молитвы со слезами Тебе, ныне приносимые от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу, пение высылающих со умилением, яко Тебе самой здесь сущей и внемлющей молению нашему, пока ему жда бо прошению исполнение твориши, скорби облегчайши, немощным здравие даруйши, расслабленные и недужные исцеляйши, от бесных бесы прогоняйши, обидимые от обид избавляйши, прокаженные очищайши, и малые дети милуйши, еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц освобождаеши, и всякие многоразличные страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу, Богу нашему, о всепетая Мати, Пресвятая Богородице, не престай молитеся о нас, недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя и поклоняющихся со умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну, и веру несумнену к Тебе, преснодеве преславней и непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятой Богородице перед ее иконой Скоропослушница. Тропарь. К Богородице притицем сущей в бедах, и святи иконе я ныне припадем, с верою зовущей из глубины души, скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся, Тебе, бо ради раби Твои, в нужду готовую помощницу има мы. Кандак. В море житейсем, обуреваеми, три волнению подпадаем, страсти и искушений, подащ уба нам, Госпоже, руку помощи, яко же Петрови сын Твой, и ускори от бед избавительны, дозовем Ти, радуйся, всеблагая Скоропослушнице. Молитва. Преблагословенная Владычице, Преснодеву Богородице, Бога Слово паче всякого Слова, на спасение наше родшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явшееся божественных дарований чудес, преснотекущая река, изливающая благость всем с верою к Тебе прибегающим, чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрой Матери, человеколюбивого Владыки, удиви на нас, пребогатые милости Твоя и прошение наше, приносимое Тебе, Скоропослушнице, ускори, исполните все, еже на пользу во утешение и спасение, коему жда устрояющие, посети, преблагая рабы Твоя, благодати Твоей, подашь недугающим цельбу и совершенное здравие, убореваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави всемилостивой Госпоже всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иные казни временные и вечные, матерним Твоим дерзновением отвращающий гнев Божий и душевного расслабления, обуревание страстей и грехопадений свободи, рабы Твоя, якода непреткновенно во всяком благочестии пожившие всем веце и в будущем вечных благ сподобимся благодатью человека любим Сына Твоего и Бога,
Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преподобный Миланий, римлянине. Тропарь. В Тебе, Мати, известно спасеся, еже по образу, приимши Бо крест, последовала еси Христу, и деющи, учила еси презирати уба плоть, приходит Бо, прилежати же в души вещи бессмертней, тем же и с ангелы срадуется, преподобной Милании, дух Твой. Кандак. Девство чистоты возлюбши, и обручника к благим увещавши, премножество богатства расточив, пребывание иночествующим, богоблаженное, и обители воздвиже, тем же в небесные обители вселись, поминай нас, Милания всечестная. Молитва беременных женщин о благополучном разрешении. О преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и приди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чады все бедные чери Евы. Вспомни, о благословенная в женах, с какой радостью и любовью ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу твою Елисавету во время ее беременности, и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце, и по неисчерпаемому благосердию Твоему дару и мне, уничижение рабе Твоей, разрешитеся от бремени благополучно, даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедшее в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялась Божественному Господу Спасителю, который из любви к нам грешным не вознушался и сам стать младенцем, несглаголенная радость, которую преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою, и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоей благодати. Не постыди моего упования на Твое великое милосердие и сини меня, помощница христиан, исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных, избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.